Всем привет! Вот у меня есть собачка пекинес, который бежит после еды. Если рот ему не вытришь, он вытирает мордочку о стены, да? Это не обои, это вот такие. И вот видите, я кусочек уже помыла дамлой. Сейчас еще сделаю остальное. Пробовала, ототрется или нет. Думали делать ремонт. Вот. Ну, вот так вот. Кстати, это не только в комнате. Он бежит с кухни и по всей квартире, потом обратной стороной, в общем, по кругу вытирает, если за ним не уследить. А уследить это невозможно, потому что он может и ночью кушать. Ну и как вам результат? Уже, правда, вечер, не очень, может быть, видно, но я включила свет. Вот, пожалуйста. Все чистенько и классно.